Всем привет, друзья! Нашему Арчи сегодня исполнилось 2 года, у него день рождения, и у нас для него подарки, друзья. Мы купили для него корм, у него заканчивался корм, еще купили вот такие вкусняшки, друзья, вот такую кость купили для Арчи, которую он получит после этого видео. Видео я вам обязательно покажу, как он ест кость, и кроме этого мы еще ему купили печенье, которое он тоже очень любит. Давайте печенье сюда поставим и сейчас посмотрим, как ему на вкус новое печенье. Арчи, дай 5. Молодец. А ну попробуй печенье. Вот так это поправим. Шапку его. А вы, друзья, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, и пишите, какие подарки вы делаете своей собаке, когда у него день рождения. Арчи уже не терпится попробовать кость и печенье. Печенье, Арчи, подожди. Давай сюда поставим. Сиди, Арчи. Сиди, ты кость тоже попробуешь. Подожди, давайте вместе, чтобы нас видели, Арчи. Еще раз, друзья, все наши подписчики, поздравим Арчи с днем рождения, пожелаем ему всего хорошего и много хороших, интересных подарков. Ему уже не терпится. Ну что, Арчи? Так что, друзья, что вам еще сказать? Не забывайте поздравить Арчи. Пишите, всем обязательно отвечу. И вот такой у нас красивая немецкая овчарка Арчи, который все умеет делать. Давайте пару, сегодня его не будем долго мучить. Пусть пару команд тоже выполнит Арчи для вас. И перейдем к кости. Арчи, лежать, стоять, покрутись, сидеть. Зайка? Молодец. Голос? Громче. Громче. Еще громче. Ну, чуть громче. Погромче. Арчи, ну давай погромче. Нет, так не хочу, громче. Арчи, погромче, малыш. Слушай, смотри от нас. Погромче, малыш. Голос. Ну ладно, ладно, сегодня у него день рождения. Не хочет он громко лаять, потому что соседи, наверное, спят. Он думает о соседях тоже. Вот его вкусняшки тоже здесь. Так что, друзья, увидимся уже в следующем видео и покажу вам попозже, как он пробует вот такую красивую кость. Посмотрите, какая кость большая для него. Да, а это, кстати, друзья, копченая кость. Там и мясо есть, и кость есть. И Арчи уже один раз пробовал эту кость, так что ему это очень понравилось. Еще раз всем спасибо за то, что смотрите наш канал, поддерживаете нас. И не забудьте также ставить лайки. Да, вот Арчи облизывает меня, спасибо говорит. Ну что, давай, Арчи. Арчи, давай, давай, обними меня, и ты получишь кость. Давай, Арчи, обними. Лапы сюда. Вот так, вот так. Лапы сюда, Арчи. Арчи, обними. Арчи, на. Корму хочет. Да, 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 откроем его тоже. Арчи, лапы сюда. Арчи. Арчи, давай. Арчи, обними. Давай, давай, вкусняшку дам. Давай, давай. Иди лапы сюда. Обними. Покажи, что ты умеешь делать. Давай. Арчи, обними. Лапы сюда. Давай, давай. Вот так, друзья. И вот так мы закончим. Арчи сегодня спешит. И сегодня ему все можно простить. Давай шапку твою так поставим. Так что, друзья, всем спасибо за поздравления. И пока, увидимся в следующем видео. А сейчас Арчи пойдет кушать кость. Всем пока. Ну что, друзья, мы уже открыли кость. И сейчас Арчи попробует. Подождите, сейчас вот так открываем кость. Ох, как вкусно пахнет. Она еще, по-моему, еще там сыр тоже есть. Потому что так копченая такая кость. Вкусная. Подожди, Арчи, сейчас хорошо откроем. Вроде... вот так, вот так, вот так, сейчас. Ага, Арчи, давай помоги мне, помоги, помоги с целлофана достать. Помоги, бери. Вот так, тяни. Ой, вот так, вот так. Молодец.
Бери. Арчи, можешь его сюда принести? Давай туда отнеси. А, кстати, друзья, у Арчи можно еще кости отнимать. Давай, бери. Дай. Молодец. Ага, вот так можно ему давать кость. Он у нас очень добрый. Давай, поешь. Молодец, дай. Угу. Теперь сидеть. То же самое, друзья, с вашей собакой не пробуйте. Дай, а ну-ка, дай, сидеть. Вот так спокойно Арчи отдает кость, бери. Молодец. Давай, Арчи, отнесем сюда, дай. Идем. Давай отнесем сюда, вот так вот здесь поставим. Пусть он здесь лежит на своем месте и ест свою косточку. А я с вами попрощаюсь. Увидимся в следующем видео. Всем пока, друзья.